Спонсоры программы – микрокредитная компания «Дом денег». Проблемы с финансами пусть не тревожат. Вам их решить «Дом денег» поможет. Единый центр страхования «ОСАГО». Амурская, 229. Телефон 58 15 87. Это программа «Свой патруль». Мы рассказываем о происшествиях и ситуации на дорогах города и области. Всем здравствуйте. Накануне поминального дня неизвестные вандалы разбили несколько надгробий на кладбище в селе Березовка Ивановского района. Как сообщают местные жители, инцидент произошел поздно вечером или ночью 24 апреля. Памятники разбиты, на некоторых видны следы, что их пытались вытащить, но не смогли. Ограды погнуты, фотографии испорчены. Мы, родственники, в шоке, поделилась жительница Березовки Екатерина. Как сообщили в управлении МВД России по Амурской области, сообщение о происшествии в полицию уже поступило. Проводится доследственная проверка, устанавливаются возможные свидетели, очевидцы, лица, причастные к происшествию, сообщили корреспонденту АСН-24 в пресс-службе УМВД. Также полицейские просят всех, кто пострадал от действий вандалов, написать соответствующее заявление в полицию. Ночью 24 апреля во дворе дома номер 32 на улице Свободная в Благовещенске сгорели два автомобиля. По предварительной версии, был совершен поджог. Фотографии с места происшествия размещены в социальных сетях. В комментариях к ним называют марки сгоревших автомобилей Land Cruiser 200 и Nissan Laurel. По информации Амурского управления МЧС, сообщение о пожаре поступило в 02:57. На место выехали 5 человек личного состава. При тушении было задействовано 2 автоцистерны. Причины и виновник происшествия устанавливаются. Еще один пожар, на этот раз в многоквартирном жилом доме. В ночь с 24 на 25 апреля в одном из подъездов загорелась электрощитовая в 12-этажном доме на улице Горького. В результате огнем повреждена электрощитовая шахта со 2 по 12 этаж. Уничтожено электрооборудование на площади около 40 квадратных метров. Повреждены электрощитовые на площади 20 квадратных метров. Закопчены общие коридоры подъезда на площади около 100 квадратных метров. Огнеборцами спасены 12 человек, из них 3 детей. Эвакуированы 79 человек, из них 15 детей. И о ситуации на дорогах. На пересечении улиц Кольцевой и Шумановского в Благовещенске на дороге не смогли разъехаться 4 автомобиля. В непростой ситуации оказались замешаны две «Короллы» – «Тойота Корона Премия» и «Ниссан Тиида». По информации службы аварийных комиссаров «Независимость», ситуация запутанная, причина и виновник еще неизвестны. Два водителя пострадали. В момент столкновения они получили травмы головы. Несоблюдение дистанции стало причиной ДТП на улице Калинина. Автомобили Toyota Carina и Honda Fit двигались друг за другом со стороны микрорайона. На пересечении с улицей Северной водитель Карины притормозил, а водитель Фита не успел среагировать и допустил столкновение. Повреждения авто незначительные. Аналогичное ДТП произошло и на улице Студенческой, 25. Водитель автомобиля Mitsubishi Colt не выдержал дистанцию перед впереди идущим Nissan Almera и совершил с ним столкновение. А я напоминаю, что наши выпуски вы всегда можете посмотреть на портале sn24.ru. На сегодня это все. Берегите себя. Проблемы с финансами пусть не тревожат. Вам их решить «Дом денег» поможет. Хорошие деньги для хороших людей. «Дом денег». Быстрые займы на любые цели. Улица Калинина, 127. Улица Лазо, 64. Улица Институтская, 3. Улица Амурская, 125 и 168. Телефон 57-48. Единый центр страхования «ОСАГО» приглашает автовладельцев оформить полис «ОСАГО» по государственным тарифам за полчаса и без очереди. Амурская, 229. Телефон 8-914-558-15-87.